куда вы с телефоном? Да. Хотите без телефона остаться? Я, тот понедельник, 7 числа, был реально день тяжелый. Я тогда ни хрена не выспался. Мало того, что было переутомление за предыдущий день, где, получается, да, с 5 на 6 не выспался. 2 часа всего с лишним поспал. Потом прободрствовал, пока летел хотя бы, поспал еще около часа. Потом на одну встречу, другую. Третью с Коляном потом допоздна залипали. А на утро проснулся и пошел в больницу. Блин, вот же скотина поганая. Я не про медсестру, я про это. То, что запись, когда идет на мобилке, потом в Суни-Вегасе файлы с мобильника. У них видео почему-то короче, чем аудио. Ни хрена не могу понять, в чем косяк. Никогда не снимайте на разные устройства. Лучше все на одну камеру, желательно Sony. А потом уже монтируй. Вот я сейчас немного на Sony, немного на мобильнике. Теперь вот сижу, мучаюсь, корячусь, так сказать. Не повторить мою ошибку. Я, собственно, пошел в магазин. Ой, в магазин, говорю, в больницу. С утра проконсультировался. Меня направили МСКТ, МРТ сделать. МСКТ сделал с утра, сразу же практически. Потом пошел прогуляться. Есть такой торговый центр «Галерея» в Новосибирске. Там на верхних этажах, где фудкорт есть. Там есть кафешка «Travelers Coffee». Очень красиво кофе оформляют, очень вкусно. В целом понравилось там. Попил кофейка, блинчиков поел, скоротал время. Дальше пошел МРТ проходить. Ох, сколько правил, запретов и ограничений! Куда вы с телефоном? Да. Хотите без телефона остаться? Почему? Сам оставляйте телефон. А здесь? А здесь нельзя, здесь магнитное поле. Вы останетесь без телефона. Я сказала, часы, телефоны, все там оставляйте. Все магнитные на телефон. А у меня этот, на джинсах железный вкрапинг. Да, это бог с ним, это не магнитное.